Друзья, всем привет! С вами снова Ахматеевка на связи. Сегодня у нас 22 марта 2022 года. На улице хорошая солнечная погода. Плюс 3, смотрел на градусники. Сейчас хочу поехать постричься. Тут недалеко парикмахерская, уже зарос. Хотел на той неделе, не получилось. Ну, сегодня выходной день, поеду. Поеду, возьму с собой камеру, для вас сниму дорогу. В принципе, все как в лучших традициях моего канала. Кому интересно, оставайтесь со мной, посмотрите. По обстановке у нас вчера вечером были сильные прилеты. Сегодня утром, но сейчас тихо. Сейчас тихо, что не может не радовать. Оставаться спокойным в данной ситуации сложно. Я бы сказал, даже невозможно. Потому что все вокруг, все рядом. Прилеты эти страшные. И каждый момент должен быть последним. Потому что смотришь вот вокруг, да, и в Донецке, и в Макеевке. Можно даже сказать, совсем недалеко от дома. Погибают люди. Я уже не говорю о других городах. Где умирают сотнями, а может быть даже тысячами. Поэтому... Все страшно и ужасно. Ну, то ладно. Вообще хотел об этом не говорить, эти темы не поднимать. Но невозможно это сделать, потому что это касается и меня, и тех, кто вокруг меня, тех, кто рядом. Я думаю, всех касается. Всего земного шара. Ладненько, все, собираюсь, да выезжаю. Ну, если хотите, оставайтесь со мной. Ну, а кто нет, прощаюсь, говорю пока. Ну, остальные со мной, поехали. Так, ну вот мы и на трассе, как сказал бы Андрюха Едунов. Но нет, я не Андрюха Едунов, поэтому говорю, что просто мы выехали на какую-то тропинку. Сейчас, в принципе, у нас стандартная дорога до... улицы там Вайны, где в принципе находится парикмахерская. Снег сошел, грязь ужасная. И такая, которая липнет колесам велосипеда. Вот так сейчас проедемся по улице Кремлевской, по Шопена. Посмотрим на движение городское. Надеюсь, доедем без лишних приключений. В принципе, как можете видеть сами, очень мало машин, но столько же и людей.
сейчас эти места не узнать. Именно здесь я снимал, или, как сказать, есть кадры с этих мест, когда я зимой снимал путь Ильича. Все было в снегу, а сейчас, как видите, улица Трамвайная. Улица Трамвайная, 16. Решил не по ШБ наехать уже домой, а по улицам, по проселочным улицам. Хорошо, солнышко пригревает. Прям очень хорошо. Тихо, хорошо. Всегда бы так. Потому что я же говорю, вчера вечером это был какой-то ужас. Настолько все было громко. Кажется, вот-вот рядом упадет или вообще в дом попадет. Хороших мыслей мало при такой ситуации, скажем так. Ай, мусор. Очень много мусора, как всегда. Каждый год такое. Потом более-менее, может быть, уберут. Хотя кто там будет убирать, если так подумать. Мне многие под видео пишут, проезжая по тому или иному поселку, вот что последнее на памяти, это про холодную балку. Женщина какая-то написала, что помнит еще стадион «Холодная балка» в хорошем состоянии, и ДК, как все было чисто, красиво вокруг. Ну, это там 70-е годы. А что сейчас? И так вот человек смотрит на все это и приходит в недоумение. Ну, времена меняются. То, что было раньше ценно, сейчас бесценно. Вообще жизнь меняется. Перевернулась с ног на голову. Бывшее футбольное поле. Все, он в кучках земли. Кроты шалят. Много-много вот кучек. Вон по той стороне особенно. И вот здесь. Так, ну ладненько, ребят, давайте, наверное, будем прощаться. В принципе, все, что хотел, я сделал. Вам немного дорогу показал. Сильно не снимаю, потому что понимаете сами. Дело сейчас это неблагодарное. И особенно ездить по центральным дорогам с камерой, так это вообще. Ладненько, все, давайте, всем пока. До связи. Надеюсь, увидимся еще и не раз. Все, пока.